Всем привет, с вами Саня Лит. Умри, Ебон! Assassin's Creed. Умри, Ебон! Что плохого я тебе сделала? Скажи на мир! Осторожнее! Тебя! Сейчас ты умрёшь! Сука! На! Блин! Этот раз я знаю. Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Но как? Кто это сделал? Ты хороший человек, раз помог нам. Что это? Я здесь, чтобы вернуть должок. Так, чёт. Какой должок? Что это? Это ужасно. О, Аллах, упокой его душу. Да? О, нет. Куда пойдем? Я вообще не знаю. Тут столько всего. Ты не можешь. Заметь. Не можешь так. О, самую близкую нахожу. Находим самую близкую. Делайте же что-нибудь. Тебе не следует сюда, стоять здесь. На помощь! Осторожнее. Ты... Умри, неверный! Неверный! Весь город узнает о твоем подвиге. О боже, как такое могло случиться? Всемилостивый Аллах. Итамир уехал на север, предаваясь горьким думам. Кто на моем пути? Ведь его товар скоро испортится. И эта история, как и жизнь несчастного торговца, подойдет к концу. Но судьба распорядилась иначе. Это было до битвы при Хатине. У сарацинов кончалась пища, нужно было пополнить запасы. Где ты? Но помощи не было. Сейчас мы пойдем на другую сторону. Вот, я вижу. Умри, его! О! На помощь! Помогите! Где это? Вор! Грязный вор! На помощь! Помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Отстань от меня! Я ничего не сделала! Тебе конец! Тебе ты конец! От меня не уйдешь! Что это с ним? Как мы его упустили? Он здесь! Тебе не уйти! На, получи! Трус! Ах ты! Ну и где? Какой кошмар! И куда идти, блин? Что случилось с бедолагой? Бедняга. Кто мог совершить? О нет, только не опять. Что здесь произошло? Кто мог сделать такое?
Не знаю, что делать, но... Рублю голову! Неверно! Неверно! Только попробуй! Здесь и сейчас! С дороги! Прочь! Нет, давайте, не дайте ему уйти! Ищите везде! О, герой, я его вижу! Не дайте ему уйти! Ха! Ха! За ним! Скорее! Давай! 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 Пощади! Пощади меня! Я! Он задумал недоброе. Ты смеешь красть меня на глаза? За это ты поплатишься жизнью. Это больно! Перестань! Ну так... Уходи, грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Что? Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость! Осторожнее! Неверный! Неверный! Умри! Вот было все. И ты туда же, да? Горожане сейчас. Так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуму. Чеканище какое, а? Этот человек убийца. Стража, туда! Я с тобой, мой друг. Это хорошо. Кто? Кто это сделал? О, Аллах, упокой его душу. Где это в бюро? Вот бюро сейчас не хочет на крышу, но окей. Что здесь происходит? Окей, сейчас мы как-то выберемся на крышу. Где у нас эта лестница? О! Поднимаемся. Если верить, то оно здесь. Ой. Беру ассасина. Ой, здесь. Кто это сделал? Сука! Скажите, зачем он это делает? Ну и как зайти? Что это? Какой кошмар. Сюда, да? Альтаир, да. Рад видеть тебя невредимым. Я тебя тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Кредо, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь, и страх что привело тебя в Дамаск. Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Думаю, ты знаешь, как его выследить. Да, конечно. Узнать, где и когда он бывает. Конечно, этим должен заниматься не я. Я понял. Начни искать в городе. Узнай, что он планирует и где работает. Подготовка – залог успеха. Что ты можешь о нем рассказать? Тамир ведет жизнь подпольного торговца. Тебе нужно в рыночный район города. Я бы предложил поискать в следующих местах. Маленький базар к северо-востоку отсюда, медресе к востоку и сады к северу от бюро. Сосредоточь свои поиски в этих местах, и ты много о нем узнаешь. И после этого вернуться сюда, я полагаю? Да. Да. Возвращайся, я дам тебе метку Аль-Муалима, а ты нам жизнь Тамира. Как пожелаешь. Запомни, Альтаир, если ты попадешь в неприятности и город ополчится на тебя, возвращайся сюда. Я укрою тебя. Но если враги будут близко, я не открою дверь, пока ты не избавишься от них. Ты понимаешь? Да. Да. Приведя их в бюро, я подвергну братство опасности. Отлично, теперь иди. Я психованный. Ладно, пошел.
все слышат и видят. Надо будет смотреть, увидеть. Хотел бы я быть таким, как ассасин. Давайте спасем кого-то. Не кричи так, как дура. Идет английский король и его армия не твоим смерть и ужас. Я что это я не понял. Хотя... Не понимали, чего? Так ему и надо, нечего толкаться. Ну, ему надо быть внимательным. Будем хвалить Бога, чтобы он вернулся с победой. Мог бы извиниться за это. Может, тебя заинтересует вот это? Нет, слава! Но это далеко не все, товара полно. Лучшие товары во всей стране. Худшие товары во всей стране. Вот. Что заставляет его делать это? Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищать. Что-нибудь приглянулось? О, какие-то ухи. И глазы. Ты видел раньше? У меня есть все, что тебе нужно, я уверен. Взгляни и убедись. Какие-то глаза. Ты меня чуть не убил! Что-нибудь приглянулось? Точка обзора. Кража. Понял? Ты выбрал правильное место! Нет, мешать. Тебе нигде не найти товара. О, нет. Уверяю он тебя. Только что врезался друзья, в него. У меня есть все, что тебе нужно. Я уверен. Убедись. Зачем он делает это? Ничего себе. Ему нужно было спать, куда он шел. Ну, это далеко не все. Хочешь хорошо сделать? На бизоне. Люблю таких клиентов. Да пошел в жопу. Лучше там тебе нигде не найти. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Посмотрите на мои товары. Может быть, если бы он смотрел сюда, смотри, что ты наделал. О, похоже, что я наделал. Смотрите, вы останетесь довольны. Правильно, я сдавать тебя своими товарами. Ты выбрал правильное место. Смотри, где ты выделался? Вы найдете хорошую сделку? Она ждет тебя. Лучше там тебе нигде не найти. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся, здесь все, что нужно. Ты и правда очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Что-то здесь все, что нужно. Обошел кучу торговцев и не дошел ничего нужного. Поверь, здесь такого не случится. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. Крадем. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно. И побыстрее, у нас мало времени. Окей. Я к твоим услугам. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, не стесняйся. Здесь все, что нужно. Грязный воришка. Я покажу тебе, как лазить по карманам. Неверный. Тебе не уйти. Я не могу служить этому. Это человек совершил убийство. Что-нибудь приглянулось? Получил гаденыш, а? Убедись. Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного. Поверь. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Тебе не знаете, он вообще не знает. Мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный так, король бежать, как, хочет перебить нас всех до единого. Даже слишком мы много. Должны защищаться. Подходите, смотрите мой товар. Кажется, наверх нужно. Может, да. Тебя все заинтересует вот это? Подходите, смотрите, вы остались довольны. Ты дебил? Ты дебил? Трагедия, скажете вы. Лучше, я говорю, слава. Умереть. Дебил, о, дебил. Лучше там тебе нигде не найти. Нет участи славнее. Трррррр. Будь
Будьте бдительны, друзья. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь, пожалуйста, смотри, не стесняйтесь. Обошел кучу торговцев и не нашел. А, опять точка обзора. Будьте сильными. Сильными, как Салахаддин. Как Салахаддин. О! Ту-ру-ру. Ну что ж, точка обзоров 2. Точка обзора 2. Так, куда нам дальше? Обзор завершен. Посвящено точек обзора 2. Вот к этой фишке надо идти. Нет, это еще рано, надо кражу сделать. Нет? Ну, это далеко не... Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Обошел кучу торговцев! А, походу, кражу с другой стороны, надо кражу сделать. Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг! Кого-то защитить, не знаю. Подходите, смотрите! Неверный! Сейчас ты умрешь! Хотя... Никуда не уйдешь! Помоги кто-нибудь, помоги! Ах ты! Чурка! Чурка! Подходите, подходите! Большая распродажа! Вор! Грязный вор! Добрый день, дорогой друг! Ну, помогите, женщина! Пожалуйста, не стесняйся! Да кто ты? Неверный! Неверный! Умри! Ух ты, все не такую, а? Убийство! Тебе смех! Тебе не уйти! Все, хватит! Убийство! Ну все, я тебя спас. Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Окей. Найдешь. Что здесь происходит? Так, нужно, наверное, на крышу. Зачем он это делает? Как-то забраться туда. Там что-то есть. О, вижу. Мир и покой тебе, Альтаир. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Да. Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Сто восемнадцать девять. За время? О, блин, Assassin's Creed, да чё ты докатился? Кто видел, что здесь было? Сюда! Убейте его! Тебе не сбежать! Да блин, не мешать! Осторожно! Тебе не уйти! Я секу тебе голову! Из-за чего они дерутся? Догнать его! 49. Нету времени на ваши скака! Верниться! Нет времени на ваши сказки, мне нужно туда. Куда сам не знаю. 40, 39, 38, 36, 35, 36. Блин. Наверное, сюда. Да. 28, 22. 14, блин. Армии, он сбил человека. Осторожнее, ты мог ушибить сюда? Меня. Куда дальше-то? А, наверное, наверх. Что он делает? Зачем вообще вести себя так? Он сошел с ума? Куда дальше-то? Ой, блин. Я в шоке. Что это с ним? Ну ладно. Дабы предупредить вас. Зачем он делает это? Что за болван? Сук! Нужно было сюда дойти. Никогда раньше не видел ничего подобного. Твою мать, ой, бля. Ничего себе. Еще раз давайте. Давайте в этот раз пойдем. Ну ладно, на скорость еще раз. Mm-hmm.
Еще раз на скорость. Что его так напугало? О, нет! О, нет! Он умер. Очень странный тип. Да. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. А я видел. В Assassin's Creed. Ты что, не играл в Assassin's Creed? Слышь, мужик. Ванка по крышам, ну окей. Топ! Давай, псит. Псит один. 50. Что это с ним? 46. Ладно, 40. Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога! А, понял. Надо выбраться сюда. Не понимаю, чего он хочет добиться. Остаются там, где проходят они. Они говорят... Лучше там тебе нигде не найти! Ну все, я пришел. Так они послали тебя? Да. Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не поверите! Подходите, смотрите мой товар! Эти люди, которые вам помогут убежать с базара. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Хотя что это? Ну, это далеко не все, товаров полно. Товаров даже слишком много. Фу, глаза. Я прыгаю. Странно, никогда. Это, может, надо присесть или что? Что с тобой? О. Говорю тебе, это крысы. Нет, это дети, я слышал их смех. Крысы, дети. Все крыса равно дети, это мешает да? работе. Шумят они. Надо, чтобы это кто-то поднялся все. И согнал их оттуда. Так будет называться серия. Как они вообще туда попали? Наверное, через центральный двор. Да, надо попросить стражу посмотреть. Ха, это вряд ли. Они все заняты вязанием пяток своему господину. Может на А? Ой. Там и там бегают. Ну ладно, блин. Ладно, продолжим в следующий раз, наверное. Хотя нет, надо до контрольной точки. Ау! Осторожнее! Хочешь хорошую сделку? Ты правда не приготовился? Ребят! Мне нужны! Бля. А вот на моей стороне. Тебе не уйти. Мне нужно выйти с базара. Я стою перед вами, когда вы придумали. Да ты! Подходи, посмотри, мой товар! Яфу, его уже не остановить! Он войдет в Иерусалим! Мы не должны дать ему возможности сделать это! Этот город наш, он всегда был нашим, и наш долг защищать его. Ладно, продолжим в следующий раз. С вами был Саня Электрик. Точка обзора 5.7. Пока.